В доме на Шевченко 47 живет Валентина Юзяк. Когда приехала в 92-м году, весь район напоминал большую стройку. На месте двора был пустырь. Жители своими силами вместе с соседями начали благоустройство двора. 10 лет потребовалось для создания здесь первой площадки. Все, что вы сейчас видите, это уже результаты многолетней работы. Для меня лично мой двор – это вся моя жизнь. Здесь прошло мое детство, а теперь проходит детство моего ребенка. Жители двора своим примером разрушают общественные стереотипы. На поверку оказывается чисто там, где убирают. Мы здесь активно принимаем участие в субботниках, часто собираем соседями субботники и подкрашиваем все, делаем, наводим чистоту и порядок. Все дружно. То есть можно позвонить среди ночи и сказать: а, все пропало, и тебе помогут. 10 лет в этот двор каждое лето приезжает девушка с севера. Жанна живет в Мурманске, но здесь ее родители. Двор тихий, люди добрые, машины не ездят, и самое главное, ее детям двор нравится. Дети очень подружились, здесь очень теплая атмосфера, очень хорошая площадка. Дети каждый день гуляют, домой не хотят приходить. Очень нам здесь нравится. За старание, любовь к чистоте жильцы дома вознаграждены необычной конструкцией. Таких в Севастополе единицы. Прибыла прямиком из Москвы и теперь стоит в самом центре площадки. Вот эта прекрасная, чудесная горка у нас появилась тогда, когда мы участвовали в лучший двор города. И выиграли этот конкурс тем, что мы покрасили, побелили, поухаживали за всеми деревьями, привели весь двор в порядок. И нам дали вот такую прекрасную площадку. Финал конкурса «Мой двор» уже близко. Сегодня последний день приема заявок на участие в конкурсе. Принять участие в конкурсе «Мой двор» может каждый. Присылайте ваши заявки на электронную почту двор@xtv.ru или по телефону 978-74-38-645. Мы приедем к вам в гости и расскажем всему городу про то, что... Наш двор лучший! Виктория Дульцева, Сергей Котляренко. Специально для информационного канала «Севастополя».